Пиво тут. Сейчас. Да уж. Каждый следующий трай будет еще забавнее. Погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через учение с... Вчера до 11 сидели, и сегодня что ли? Это так, издержки профессии. Милики, ловушка. МДД в звездочку. 3 секунды, чума. Становление. МДД ловушка. Милики, ловушка. Где-то звездочка. Чума, 1 секунда. Шрупец. Где-то ловушка. Шарк еще второй. Так, милики, ловушка. МДД в звезду. Чума, 1 секунда, Ракшас. Вступление на шаркаре. МДД ловушка. Так, веди в мили-зону. О, в мили-зону, говорю. МДД зоны, веди босса. 2%. Все, давайте ловушка, все на край, милики, оббегайте ловушку. Кралька, Applebox, чума на трэше, кажется. Не? Один даем. Наверное, нету чумы. Давайте иннеры звездочки. Синер мне можно. Потом надними на тебе. Так это ты им уже ставил? По-помину, кто задирает. Не перегревай каждый раз. Да, я ставил уже. Я поставлю в центре потом. Как дойдем. Ой, убейте. Что? Шар. Кружок сангвини, ромб Бредварден, веселочка трусы. Так, я в кружке. Через ромб сыграли. С центра все выходим. Играйте валик. Ромб, трусы, кружок. Сквернение на Дашкин. Ваниш.
Вышли с лужи. В центр заходим. Встали в звездочку. Видите в центр лича? Видишь, где звезда стоит? Все в звезду встали, поворачивая лица на лича на звездочку. Так, кружок, джиспанк, ромб, Дашкин, веселочка, трусы, осквернение, порталы выносит. Чего? Лич далеко, великий не бьет. Макгрегор тупой, наверное. Или просто не знает, как играть. Давайте ромб, трусы играем. Макгрегор, ты подводи лича к звезде. Ты хуй знает, где танчишь. В центр не идем, сейчас осквернение будет. После осквернения в центр идем. Смотрим, на ком осквернение, на... Вот, хиле, давайте звездочку. Вот так встали. Кружок сангвини, ромб, редварден, трусы, протопал. Хватили ретрика, который ромб станет. Ромбик стань Дашки. В ромб играемся. Все в ромб. Центр можете все вышли. Можете и не разолеть. Про ромб сыграли. Кружок, трусы. Кружок играйте. У Дашки трусы забили. Добейте трусы 200. Отлично, все живы. Дайте и на релизе панку. Давайте все в звездочку. Кружок лень. Ой, лень, я говорю. Кружок джаспанк, ромбик Дашкин, трусы протопал. Опять лука схватила. Все в центра, все вышли, все в трусы. Раньше набрали осквернение, сейчас будет. Добейте только трусы, переводите лича. И идем все на край сейчас. Давайте все на край и к звездочке. Все на край. Я дам чешку. Так, будет хил Филиппес гимна ману. Иннер, Лизипанку. Только два друида, нету друидов. Чё? Заливайте Лизипанку потом. Давайте кружок. Кружок, давайте следующую цель. У тебя откадышился ТТ? Нет еще. Так, у кого еще есть гимноману? Одна минута. Понял. Шарик добить. Ну, после комнаты тогда споешь, и я поставлю ТТ. Добили кружок, добили шары. Шары добить. СССР раскидывали там Максимус на Альдерана, Террагоса на Глубокса. Ракшас на Макгрегора. Давайте все звездочку. Кстати, вот, маны нет, сейчас поставим тотем. У меня сейчас через секунду тоже откадет ШД. О, там хилы без маны, понимаем. Хилили капой гейм, сразу я ставлю тотем. Понял. Сыграете все в духа невидимого, походу, да? Все к трону идем. Мне ставить тотем или не надо? Не надо пока. Я уже поставил.
Ты в одну щит обнул, да? Блин, как слетает он. Сельчак, иди бить духов. Таунт по духам. Щит мстителя. Никс, фукс, вности. Крист, уйди оттуда, у тебя уже тучки нет, а ты там ходишь. Все, давайте все к порталу. Порталу давайте. Что-то вообще маны нет, уже 6 тысяч осталось. Сейчас откатится и на руку. Давайте. Чешку дал. Там залил. Ха-ха-ха. Побежали дальше. Стоим в звезде, впереди бомба. Как ты за собой умираешь? Забежал, да? СС есть на нем? Нет. Говорил СС повесить на друидах ПДК. Эльдеран подымешь. Бейте духов. Куча духов подлетают. Ты мне ставлю, да? Портал. Сейчас не подожди, не ставь ничего. Уже поставила. Зачем спрашивать тогда? Я говорила, да, ставь. Маны нету. Вот танка хилить. Давайте бафы по друиду. На каком сейчас СС есть вообще? Вы вешали СС на кого-то? На мне повесить. Сквернение в центре. Беги, малышка, беги! Средняя комната. Не духе летят. Зависит, пиздец. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти. Иначе, как и я, будете навек порабощены. Ну, хп есть. Да нафиг надо. Пар захилю. Без друида не захиливаем. Без друида все спокойно захиливается. Надо просто знать, как захиливать. У меня чешки нет. Было бы, если бы чешка была лучше. Да и без чешки можно захилить. Давайте к порталу все. Опять духи спускаются с трона. Трех три ляма осталось добить. Какие деньги? Два ляма. Мы с тобой одинаково нахилили. Препятствия, которые я воздвиг перед вами, сильнейшие из... Это получается, если бы сейчас ДК не улетел бы на шарах, тогда бы сфера трая, да, убили? Возможно. Сколько же за 3 минуты ты снесешь хп ему? Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Они повергнут этот мир в пучину хаоса.
сирот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Эти оковы. Можем свалить еще целка, а потом расслить сейчас РС. И давай в РС. Я думаю. Только маленькая таби осталась. Аж не возьмут. Пойдемте еще в бабычку Рейс, правда, что ли, а? Опять такой же токен упал. Хранитель на офспек надо кому-то? Нет. А ты себе захопил вот этот токен сам? Нет. Ты мусор, я его продам ГБ. Ой. Этот, блядь, магазин. Ну давай, ладно, я возьму. Трейд. А чё 1250? Быстро же прошли, нам за добавочное время не положено? Нет. Больше, чем 2 часа.